потом мы пойдем в детский музей в Хамильтоне. Ну там просто плейграунд для детей, чтобы они могли побегать после технологий, после урока технологий. Читаем инструкцию и делаем по инструкции. Должно получиться вот. Вот paper у тебя вот. You can take this paper, да. Oh, that's a sample. Это да. Sample, да. Уже все заготовочки готовы. You can place it like that or however you want. Спасибо. Это клей, Габочка, мы не можем его брать. Молодец. Так, у нас сейчас передых в Макдональдсе. Мы кушаем мороженое. И потом взрослые. На плейграунд. Да, вот там.
Да, Габочка кушает мороженое. Вот так красиво. Мы пьем кофе. Теперь что удобно? Что можно заказывать в таких автоматах самостоятельно. Все, что вы хотите купить. И там же платить внизу, видите, аппарат платить. Если вы хотите наличными, можно платить на кассе. Но заказывайте сами. Очень удобно. То есть вы можете обычно заказать и самостоятельно. Ну что ж, мы побывали в Children's Museum. Буквально там мы были один час, делать абсолютно нечего. Две комнаты, которые вы можете пройти за один час. Полчаса там и полчаса там, это я так по-большому. Потом вот Макдональдс мы посетили, это выпили обычная, по чашечке кофе. Детская комната. Детская комната. Выпили по чашечке кофе, дети скушали по чашке мороженого. И сейчас еще мы взяли им по упаковочке чипсов маленькой, так, чтобы у них было в животе. До этого мы ели курицу, как вы знаете. И они еще потом подъедали после этого парового музея. Парового музея подъедали. Подъедали курицу с черри. Вот здесь этот был музей. Маленький домик.